Темпы вакцинации от коронавируса за выходные увеличились на 28%. Прививки сделали 21 760 человек. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона. Ранее глава республики объявил об ужесточении ограничительных мер, связанных с третьей волной пандемии коронавируса. Количество заболевших перевалило за 40 с лишним тысяч. Только за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставили 108 жителям региона. Власти активнее призывают проходить вакцинацию. Сейчас в республику поступает три вида прививок, произведенных в России. С начала кампании хотя бы первую из двух доз получили 10% населения Башкортостана или 434,5 тысячи пациентов. Развернуто 150 пунктов вакцинации. Ради Хабиров поручил расширить эту сеть и не допускать очередей. Люди нас услышали, и люди пошли вакцинироваться. Более того, в субботу-воскресенье у нас были очереди в торговых центрах. Это безобразие. Я, Максим Васильевич, свое замечание сделал. И прошу, чтобы здесь вы тоже тогда активнее работали. Раз люди пошли, значит, надо создавать им комфортные условия. Напомню, с завтрашнего дня посещать библиотеки, кинотеатры, музеи и театры, а также дома культуры можно будет только при наличии одного из трех документов. Сертификаты или справки от медучреждения о вакцинации, включая первый компонент, справки о противопоказаниях к проведению вакцинации, либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. С 29 июня такие же требования распространяются на заведения общепита, фитнес-центры, бассейны, салоны красоты, спа, массажные салоны, солярии и другие организации. Кроме того, жителям республики рекомендовали воздержаться от посещения мест массового скопления людей до 2 июля.